Нет, Спанч Боб, не делай этого! Пощади меня, нет! Не надо! Фиолетом! Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые смешные скибиди истории, всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Геймс! С нашей камеровумен 2 аж беременные. Посмотрите, ребята, у меня такой камераменчик маленький. Такой малыш. Он что-то делает! Эй, моя очередь. Это, короче, у Нимский скибиди. У нее спикермен должен родиться. Титан. Как это так? Офигеть. Это все нормально. Я круче тебя, она кого-то зовет. Короче, у нас скибиди туалет рентген, ребята, УЗИ. Да. Он может просвечивать. Смотрите, все какая пришли. Очередь из беременяшек собралась. Она такая, ой. Так, это туалет, тебе надо деньги брать. Я бы брал, у меня ручек нету. У тебя спанчбу. Капец, у тебя. У тебя. Ого. Да-да-да. Я не ожидала. Нежданчик. Смурфкет. Among Us. У тебя косточка. Папа косточка. Вы представляете? Сканируй. Женщина, что у вас? У тебя, наверное, там бургеров полный мешок. Да, ты просто жирная. Или у тебя там сыночек взрослый сразу родится. Я увидел другой... Будущее. Будущее, да. Я увидел свет в конце тоннеля. Так, давайте просветим, что у вас, дамочка. Кто у вас родится? Ой. А, там кто-то бьется, наверное, малыш. Давай свети своему УЗИ, камераменчик. Только что-то он уже прям в одежде. И что? Так, давайте его разукрасим. Что, серьезно? А, дайте ему колу. Колу? Нельзя. Фу. Ты что сделал маме в пузике? Я перекрашиваюсь. Ого. Он его там что, развлекает? Да. Через пупок ему вставляет. Дай PlayStation. Так, теперь я что? Я Вантуса Мэн? Птичка, пойдем. Птичка? А что от птички он возьмет? Птичка? Крылышки. Это будет маленький камераменчик-титанчик. И что еще? Палец ему туда засовывают. О, господи. Это, ребята, провал. Может, не надо? Кого еще? Не надо. Поиграться? Сосиску. Такую старую, там возле нее мухи летали, ребят, кто заметил. Запихивает. Это же фу. Она была такая вонючая. Мама, мамочка, просыпайтесь. Что-то вам плохо. Да я вижу, что мне плохо. Я же тут расказявила. Вот она делала, камерамен. И она превратилась в спикервумен. Ой, да-да-да. Кому ты показываешь язык? Извините, можно сходить в туалет? Ха-ха-ха, ничего у тебя не получится. Ты видел, какое большое? Сейчас она тебя надучит. Хочешь поспорить? И схожу по-любому. Пожалуйста, нет. Пощади меня, нет. Я не хочу это видеть. Не делай этого. О, божечки. Там два спикера. Ребята, вы видели? Вот тебе музня. Очень громко, очень громко. Потише, 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 пожалуйста. Это он тут. Пассажир. Сходил в туалет. Вау. Ой, блин, я его убил. Скибидист. Он у него ударил! Живой. Так вот откуда этот скелет скибидист. Точно. Так, смотрите, хоронили Джимена. Господи, он был таким классным парнем. Говорят, он был настоящим. Он был настоящим дружбаном. Спикермен пришел. Ты тоже знаешь Джимена? Может быть, ты тоже за ним скучаешь? Нет, я не скучаю. Я чего? Вау, ребята! Спикермен, тебе скибидисты этого не простят. Ага. И оставляют послание. Отдыхай с миром. Типа спи. Отдыхай с... Пи. Да. Спи-пи. Надо было спис, типа с миром, а это тут он сделал пипи. Это фу. Восстает привидение. Он восстал такой, шо за натик, нужно отомстить. Кто оскверняет тут наши могилы? Тут у нас на кладбище, тут вам не там. Тут страшно вообще-то серьезные все. Люди. Страшно, спикермен? Ага, теперь толстые... ты озадачен. Попался. Бум! Побегу домой. Страшно тут у вас? Ну да, дом на кладбище построил, что ты хотел? Ага. Спрячусь под простыню. Только ноги не высовывай. Я привидение, от меня двери твои не помогают. Я теперь буду тебя пугать до конца твоей жизни. А если я спрячусь под одеялом? Не надо было писать на могилу. Тогда я пописываю под одеяло, можно? Нельзя! То есть можно. Воу-воу-воу-воу! Ребята, видели, поднимается? Он ему то же самое написал, как тот на могиле Джимена. Как пукнуть? Я, короче, не умею. Вот смотрите, у меня туториал, инструкция. Ага, все, я понял. Так, ну что, надо постучать по пузику. Я готов. Он такой... Маленький пук вылетает. Трогай меня. Офигеть. Ага. Это у него что, музыкальный инструмент? Он сейчас будет делать пуковый оркестр? О, нет. Взял ноты. Ребята, вы представляете, нафиг сейчас будет? Сейчас будет жара.
маленькие нотки проникают. И прекрасная мелодия, которая наполняет весь унитаз. Спикермен разошелся. Ребята. Нет, не надо. Вау. Ой, фу. Я хотел бы стать худым. Можно, можно поуже. Еще поуже. Пожалуйста, можно самым узким. Он... Сейчас что-то будет. Он готовится. Нет. Он пишет завещание. Хочу оставить все своим детям. А у тебя есть дети? Вау. Наушники сними, так лучше нюхается. Капец. Тебе этого скибидис не простит. Посмотрите, его даже шлем не спасает. Это нереальная жесть. Спикермен, что ты ел? Вот именно. Что с тобой так? Папа пришел. Ой, что? Че моего сынишку обижаешь? Ой, мистер, простите. Я тут как немножко засиделся, мне пора. Ага. Папа, иди мой хороший, чмокну. Чем от тебя воняет? Папа, это все он. Бау. У него есть. Мстя. Да, была. Смываем. А чё красные все такие? Во. Напили сока. Точно. Здравствуйте, а я... А, это фруктовый пунш. Фруктовый пунш. Короче, это был осьминог, ребята. Это маленькие мультфильмы котики. Я девушка бросила. На тебе. Фруктовый пунш, как говорит Лера. Всё, теперь ты крутой идёшь. Моднячий мэн. И классный чел. Обалдеть, какой малиновый ага. Пижмак с карманами. Можно водички пить? Не пей оттуда. Не пей. У меня чуть глазик потрескался. Это фон. Это он. Ребята, вы видели, что там было? Хватит есть траву. Сегодня не засмейся или фу челлендж? Я что-то, Лера, плохо не понял. Это лимонад? Во! Это скибидист-пылесос? Это скибидист-любовный. Посмотрите, он поцеловал эту тумбру. Сразу могила. Спикермен! Друзья, тот, который у нас... Ой, пицца! Скибиди-пицца. Видели, какой он? Ого, он тоже пылесос? Он еще круче скибиди-пылесоса? Да, ну посмотри, какой он. Он просто, ребята, смотрите, все всосал. Ему нужно они выходят. У тебя кричат души мертвых скибидистов, да, из пузика. Так, ну что, решаем задачу. А о чем задача? Делаем какой-нибудь механизм. Я создал робота! Ой, робота унитаза! Его теперь нельзя победить. Вот смотрите. Мы дружим с камераменом. Они такие, ты что, подофигел? Не дружим мы с агентами? Вот вам курочка, вы заказывали. Это все его живот? Или да, это стол? Это живот! Живот! Ребята! Это все его живот. Это конфетка. А что надгрызанная? Я не хочу надгрызанную. Убирайся прочь. А, все сошел. И тебя тоже. Вместе с фантиком. Классно. Делаем зелье. Делаем зелье ведьм. Попей, пожалуйста, камерамен, тебе должно стать легче. Я превращаюсь, это полнолуние. Я становлюсь волком. С унитазом. Женщина, здравствуйте, хорошо, что вы присели. А, какой у вас жирный ребенок? Что вы кушали? Я не знаю, он такой у меня был, у меня просто папа жирный. Это я беременный. А, я тоже беременный. Я мужчина, вы тоже беременный? Не, у вас, смотрите, какая-то крокозябра. Она скоро вас поглотит. Она уже начинает. Вот вам пластырь, это поможет. В старинные времена. Здравствуйте, джентльмен. Не хотите ли доп-доп-доп? Скибиди. Унитаз. Я с унитазами не доп-допаюсь. Бип. Yes, yes. Ой. Вот и побеседовали. Фига себе. Это кого так разнесло? Это агент-пришелец? Это камерамен? Нет, просто это камерамен, который сошел с ума, у которого в животе что-то не так все было. Очень все не так было. У тебя же нет двух глаз. Что у тебя с унитазом? А, ты добрый. Ой, так мой милашка, душечка, смотри, поцеловал меня. Ну мы же должны бороться с унитазами. Так я не такой, смотри, какой я улыбчивый. А что вы его посмотрели? Женщина, не садитесь на меня, пожалуйста. Это же женщина-унитаз. Вау, вы такая симпатичная. Можно с вами познакомиться? Да. Хочешь познакомиться, красавчик? Я уже передумал. Резко перехотелось. Фу. Это прям фу! Ребята. Он родил яйцо. У них родился малыш. Три! Ребята! Они злые! А мама ушла, папа сам воспитывать будет. Ты чего моего папу убил? Пожалуйста, хоть меня оставь в живых, агент. Умоляю тебя. Я малыш. Я смываюсь. Блин, такой душечка, такой няшечка. Вот тебе игрушечку. Хочешь? Да. Маленький губка Боб. Что-то с губкой Бобом не то. Губка Боб, ты чё? О, господи. Вау. Он восстал? Он стал губкой Бобом? Мальчик стал губкой Бобом, вот этот малыш? Да. Вы представляете, нафиг? Моя мама! Ты её убил! Догоняй. Не, ну зубы зачёт. Ой. Сидела тебе в углу. Продолжение нашего губки Боба и звезды Патрика. Ещё съем. Что-то не выходит. Ты экран себе разломала. Тебе умом соберись. Чё ты сделала? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу! А ну, проедь быстрее, давай! Что-то надо с зеленой ехать надо! Нет! Не ори на меня! Батон вошел!
Смотрите, ребята, и они как по лестнице доползли до мозга. Сейчас мы отучим тебя какать. Постучим немножко тебе по уму. О, голова раскалывается. А, это короче, это следующая история. Они, короче, забивают этот гвоздик, я не могу попасть по нему. Вот они, смотри, мозг уехали. Ее там расторачивало на унитазе сливается. Не надо было какать. Надо достать их из головы. Вместе с мозгом. Зачет? Вот. Классно, вместе с мозгом. Тебе мозг больше не нужен, да. Тиумен, что случилось? Ой, она гвоздь наступила. Смотрите, какой большой. Там мы видим, ребята, вы видите, мы видим. Друзья, поддержите лайком эту серию. Спасибо за ваши пальцы вверх, они нам очень-очень помогают. Я знаю, как достать гвоздь. Хорошо. У меня есть волшебное приспособление. Называется плоскогубцы, но у меня нет ручек, поэтому я вам плюну. Что, кислота, что ли? Я вам растворю металл. Надо еще. Мало. Это сейчас будет какой-то фу. А можно не надо? Все, закончится. Скибидис, ты точно умеешь достать гвоздь? Да, вот смотри, сейчас он растворится. Вместе с ногой! О, господи. Блин! Я не могу поднять свою ногу, я ее не чувствую. Что ты наделал, унитаз? Вот именно! Ты точно доктор? Женщина, простите. Я чуть-чуть что-то это... Не доктор, да, сейчас... Не надо! Фиолетовым! Ребята! Можно не фиолетовым? Это капец. Хватит. Все, смотрите. Это той, которой мозг достали? Да. Ей что-то нехорошо. Она прилегла отдохнуть. Ей уже плохо, все. Вау. Спикер-вумен превратилась. Ой. И гвоздя нету. Класс. Он такой, что-то я крутой. Что-то пошло не по плану. Спанч Боб. Так, вставляем трубочку. Засасывает все? Вот это. Нет. Нет, Спанч Боб, не делай этого! Фоу. Ребята, мы не будем прежними от сегодняшних анимаций. Да смотрите, до конца будет очень всего много смешного и крутого. Это давай, наш Гримас. Я помогу вам, леди. Пройдитесь по мне, чтобы не попасть в лужу. Ты такой хороший, Гримас. Апч, нафиг. О, что-то не свежее съел. Ты, наверное, тому скибидисту этому сходил, который у нас фиолетовым и зеленым умеет лечить ноги. Вау. У тебя прям засасывает, как у пылесоса. Можно мне? Можно мне ваш коктейль? Дай. Это была кислота, она загорелась. Хорошо, что не попробовала Тиви Умен. Я хороший, смотри, я умею включать мультики. А он, короче, решил Тиви Умен посмотреть. Чего не включать мультики? Ну, не знаю. Себя. Ой, про себя. Давай я тебя тоже переключу. Ржака. Скибидис что-то задумал. Не, ничего не задумал. Он задумал, как выжить. Интересно такое. Меню Макдональдса. Гримас, ты что-то много скушал Макдональдса? Пожалуйста, встань, мне дышать нечем. Кто там говорит со мной с унитазом? Не понимаю. Он его съел. Он там сдох. Он сдох. Ты забыл, он сдох. О, господи. Он такой... Что происходит в этом Макдональдсе? Это кетчуп. Прррр. Не бзди. Хочешь? Все будет нормально. Так, а вот вам куча бургеров, как мы и заказывали. Кто быстрее, ты или Гримас? Давай, газуй, не жди, он сейчас все съест. Видели, сколько у него зубов? Он все всосал. Он все не перемолол. Не просто. Надо, не надо. Здравствуйте, мне Биг Мак меню, пожалуйста. Это фу. Нет, нет. С унитаза не должна еда выходить. Наггетсы. Ой, еще хочу мороженого и джемиков, и конфет. Нет, нет. Нету конфеток. Перерыв вот на обед. С подносом. Так, кто победит? Ты мне экран разбил. Ага, нафиг. У тебя стекла. Я выиграл. Смотрите, тот с удлинителем бежит, а этот обычный. Спикермен, бум, с розетки выключился. Привет, дружище. Хочешь тебе, смотри, какие звуки изучил новый. Пила, отбойный молоток и звонок в школу. Он такой, нафиг. Нафиг, не хочу с тобой больше дружить. А если тебя переключить? Хочу, чтобы ты показывал синего человечка. Нет, не хочу синего человечка. Пожалуйста, пощади. Нафиг. А моя башка! У меня здесь была голова, не видел ее случайно? Так. Хоть меня кто, кто громче орет, а кто сильнее светит? Меня орать. Да! Я записал твой звук. Спасибо. Пожалуйста, иди броди. И умножил его на 2. Ляг поспи. Опять синий человечек, друзья. Спасибо, канал, который такой... делает такие анимации, ссылки в описании. Почему ты не смотришь? Я тебе показываю. Почему ты не смотрел? Здравствуйте, я прилетел. Хотели со мной? Нет. Нет, не хотел батлиться. Я просто... Ай, нога застряла! Кто эти унитазы придумал? Давай я помогу! Вау. Он был с турбиной? Да. Это летающий унитаз. Сегодня у нас концерт. О, здесь давай! Спикермен, давай! Ударь рок. Унитаз такой. А у меня тоже. У меня ручек такая... нету. Я могу только язычком. Классная мелодия. У меня язык запутался. И да, главное, не распутаешь, рук-то нету. Так, попробуем, какая водичка. Все, можно садиться в туалет. Ужас. Что? Такой, только не в туалет, умоляю. Бумк бомбочкой. Есть, слушай, а мы с унитазами унитазе? Такое еще не делали, ребята. Да. Унитаз мы еще с вами не нашли. Молодой человек, можно на вас сходить? Сейчас вы погромче не слышите. Молодой человек, на вас можно сходить? Ты че орешь? Сейчас я тоже звук увеличу.
А засасывание? Сила засасывания. Ой. На меня унитазы напали со всех сторон. Причем они примагнитились. И большой унитаз самый. Это маленькие шотики. Знаете. Смываем. Че, не получилось смыть? Кто там? Откуда они деваются? Я и то. У него был малыш. А, он такой милый. У них в бачке малыши. Он ему вкусил кусок пальца. О, господи. Бей его. Надо его дать по башке. Малыши размножаются. Они съедают спикермена. Посмотрите. Перемололи просто как саранча. Бутерброды, попы, все на свете съедают. Это яйца. Они из яиц берутся. Они сейчас внутри тебя появятся. Ой, фу. Это как чужие. Они это захватывают черт. Тело. Это, ребята, новый прикол с кибиди туалетов. Ребята, давайте у вас... Приехал огромный унитаз. Он уже подрос. А-а-а! Там такой маленький. Это малыш. Закрываем крышку, смываем. Кто это? Это унитазные ребята на швантусоманте звуковой. У меня башка выросла. Во! Во! Ну в унитазе рыбу ловить то, что надо. Скибетис поймал. Ты его достал. А, там тоже? Его тоже поймали. Ребята, теперь он следующий унитаз. Унитазы тоже рыбак. О, я сильный, я сильный. Да, мы не, ну тебя прям мышца. Смотри, какой я сильный. А я пресс могу показать. Ребят, у вас бошки лопнули от перенапряжения. Догнал тебя, Агент. Я сейчас упал. Я буду кушать. Он прям такой разгончик. А тебе прям надо было наверх. Зато я большой. Огромный камерман. Такой... У тебя ж башка отпала. Она вернулась. Летим. А луну! Ты что луну сломал? Так, ну, спортзал. Наш камерамен качает. Давай, тренажерка. И все больше и больше. Пол ломается. Но камерамен не сломался. Попробуй его забатлить. Зубки выпадают, он мне ничего не реагирует. Он из металла сделан. Хелло, вот я щелбанчик. Ой. Не, ну щелбанк зачетный, прям разломал его. Кто так, сможет, кто же сможет забатить этого камерамена? У меня я тоже себе хочу. У меня есть сачок. Сачок поможет, скажите, пожалуйста. Смотри, какой я крутой. А какой я крутой. Смотри, какие у меня. А я крутой. А у меня оружие. А вот я. Пила, ножи, пика. Ого. Ну, кто победит? Ой. Весь металлолом отпал. Видели камераменчика маленького, друзья? Так, ну что, здравствуйте. Вы хотели здравствуйте, я пришел. Рот наш. Чё такой кислый? Чё такой грустный? Ты, чё мы сейчас веселее сделаем. Давай, пришьём тебе улыбочку. Всё. Так и ходи. Веселый. Очень круто. А зачем он мне гвозди в голову вставил? Воу. Это фонтанчик? Фонтанчик снова. Нельзя обижать. Нет. Фонтанчик хороший. Фонтанчик нам всё затопил. Здравствуйте, мы тут едем. Парусные он ребята на необитаемый остров. Зачем? Он ему улыбку делает, ты что, забыла? Ой. Я думал, прям в рот попадет. Зубы чистит ёршиком! А, вантусом. Это еще хуже. Попадешь, не попадешь, попадешь, не попадешь. Кривулька. Самонаводящаяся. Ой! На ушах! Ребята видели? Это ржак. Ты это видел? Да, да, видел. Хочешь? Это как тюленя морским котиком. Ты куда он делся? На тебе еще рыбку. Он привел своих друзей. О, нет. Тюлени, которые тоже хотят рыбку. Друзья, кто это сегодня больше раз засмеялся или сказал фу? И сколько раз ты? Ты. Смотри все видео на всех наших каналах. Валеришка, Максим, Play Games and Family. И на нашем новом канале Влад и Лера. В описании все ссылочки, переходите. Мы вас очень любим. И стараемся только для вас, потому что вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока.